правильно? Мама всегда здесь, Катя всегда здесь, как говорится. Спасибо большое. Слава. Ой, бля, ребят, прошу прощения, не сварение, а жесткое, блядь. Гастрит, так привет, сказать. Катюх, попроси Славу передать привет. Олимпиадникам, либо... Ну что, реально грязные трусы взял? Трындец. Фу, я даже смотреть не буду, ребят. Мне стыдно, ребят. Нет, я не буду смотреть, ребят. Нет, не дай бог мне это в нарезках попадется. Твою мать. Блин. Нет, я не была в Беларуси. Слава трусы нюхает. Надеюсь, не амины? Так, все, я взлетаю на стрим. Что-то... Нет? Ребята, передаем всем ку. Вам привет от чатика. Так вы скажи, что у тебя стрим, блядь. А, у меня стрим. Ебать. Еще и мобилу пизданула об стол. Господи, все, пизду, блядь. Мне нравится. Знаешь, как Катюха еще спит, то есть она такая, ну еще, знаешь... Сейчас будет какая-то шутка выдумана, ребята. Типа, знаешь, полудреме, то есть ты берешь, причем немытый жопой, садишься прямо на кончик носа и просто заряжаешь залп. Это моя любимая шутка, пердешь, особенно после бобовы, блядь. Очень люблю, когда так делают. Вы же понимаете, что после клетчатки жопу прям жестко рвет. Ну, естественно, блядь. Ты чё? Ничего. Я думаю, тебе нос пробило из моего пердежа, бля. Да я просто это не стала об этом говорить вслух, а ты взял и всё спалил. Вышло. Наташ, блин, на самом деле... Блин, так спать захотелось. Мы тебя все любим. Не надо. Ну, как все. Ну, я люблю. Слава нет. Я тоже. А вот Серега? Не надо вот сейчас. Серега любит больше всех. Он готов 24/7 просто вылизывать фасолинку ее. Откуда ты знаешь? Это он тебе рассказывал? Натаха. Да. Алексей, ой, бля. Слав, что с тобой? Чего тебя так штырит? Ты не понимаю. Важный Слава Бустер или Владислав Леонтьев? Слушай, вот это вопрос, конечно, провокационный. Слава Бустер или Владислав Леонтьев? Поздравляю с первым. Владислав. Удачи в следующем меньше, чем 3 будет классно. Тебя вообще Ярославом тут называли недавно мне. Писали, типа, что там, как там Ярослав? При этом точно, Владислав! Я говорю, провокационный вопрос, ребят. Он тут... Ну, понятно. Он, короче, пытался меня подловить, так сказать, чтобы я сказала, что Владислав Леонтьев. И он такой, ага. Все ясно, Катя. Все с тобой ясно. Вячеслав. Я выбираю Вячеслава, ребят. Повещание, всем ждем. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Вот это куда мне нужно? А, налево. И, а что они видят? Они видят меня, только видят, да? Ищет. Ну, чё-то точно. Не пахнет. Слава. Ну-ка, цыз. Так, чё, Слава, это, я не поняла, они вообще слышат меня? Не знаю. Вы меня слышите? Yeah, with Caroline. Okay, yeah, girlfriend. Yeah, yeah. There is no place. Oh, Caroline будет это in Caroline. Прямо уж там чуть вообще башанчик мне посидаблять. А, понял. Я ебал бы на ревенчик. У вас все хорошо с головой? Не придешь, что уже. Just a little something different. Yeah. It's fine. А, Каролина может на заднее сиденье прилечь. Ну, Каролина на такси поедет параллельно. А, либо в такси, да, здесь все мы просто за... Комнат нема. О, блядь. Ну ладно. Всё, я тут. Привет, ребят. Я сегодня с не очень хорошей вебкой, поэтому... Прошу извинить. Да ничего, так что быть, прощаю. Мы тут будем играть? Ну, вообще, я не знаю. Я сделаю так свет. Привет, ребята. Сейчас, блядь, не просто мне надо сейчас. Какая дрожь, блядь. Сейчас. Дядь, какая сцена на стриме? Пишут, подлиза по-любому был с Аминой. Чё за пиздёж, блядь? А чё улыбаешься? Что? А чё... Ну-ка, иди сюда. В глаза смотри. В камеру смотри. Ну. Чё делал? В камеру. Где я делал? А где был? Ну ты знаешь. Ну давай, расскажи нам всем. Ну всем интересно, мы тебя все ждали. У Егора, блядь. А до этого? У тебя. А после этого? У Егора, да? А после поехал. Егора? Сразу, что ли? А-а. А что было до этого?
Ну, Амину завез домой. Ребят, что, за дерево выставляем? Плюс кто считает, что да. Сейчас тут ни задержка. Плюса. Посмотри, одни плюсы. Не, Слав, ну, в общем, что я могу сказать? Они пизди, бля, сейчас камера не будет завтра. Лицухи показывают. Ребят, сейчас я начну. Посмотрите. Бля, ты меня сейчас провоцируешь просто писюн достать нахуй, вывалить. Слав. Че? Ну какой писюн? Мужики, блядь, если, блядь, в комментариях наберется. Че ну, ты сейчас за слова будешь отвечать? Если в чате будет хотя бы один плюсик, достаю пенис, блядь. Не надо на моем стриме, на своем доставай, Слав. Если плюсик, он достает на своем. На своем он достает. Все, пенис вылетает, блядь. Слава. Не надо. У меня первый день, я не хочу сразу. Ребята, рейс, блядь, пи***. Ого! На стене написано. Блин, это так мило, господи, почему так мило? Какая прелесть. Слав, короче, а как переключать это между экранами? Имя. Так мило, боже мой. Ну вот, типа, чтобы они себя видели. Ну, я не знаю. Ладно. Блядь, а 1400 онлайн уже. Чё, в смысле? Ебать, а меня еще обгонишь, блядь. Казахстан, привет, ребят. Ну тут еще кресло все закрывает. А, блин, я повернулась. Вон там ничего видно не было, чего вы начинаете. Я буду... Еще раз спасибо. Передаем привет Данилу. Даниалу. Будет спасибо, мужики. Да я любя, ребят, ну вы что, прикалываетесь? Это у меня просто шутки такие. Катюха оценит. Еще тоже шок-контент обнял меня впервые на стриме. Ну это я чтобы вину загладить, я же на тебя нарыгал все-таки. Ну тогда. Знаешь, типа самое прекрасное, это когда ты можешь своей девушке просто сесть типа на лицо и пукнуть. А? Это кайф реально. То есть, когда друг друга понимаете, это хуйня. Ну да, на самом деле, типа, у нас очень специфично. Один плюсик, достаю пенис, блядь. Не надо на моем стриме, на своем доставай, Слав. Если плюсик, он достает на своем. На своем он достает. Все, пенис вылетает, блядь. Слава. Не надо, у меня первый день, я не хочу сразу. Ребята, рейс, блядь, пенис на стриме Якадзе вылетает, блядь. Это будет очень... Это, конечно, будет клевая тема, типа подписчики и все такое. Но. Так, подожди, я знаю, или не слежу. А где? Куда? Они улетели, блядь. Блядь, Катюха вообще первый день компьютером пользуется в жизни, блядь. Не надо. Она даже я не знала, что их изобрели. Ты вообще никого не знаешь, да? Почему это не знаю? А вот этого знаешь, что слева хоть бы сидит? Сейчас скажу. Мои боси. Максим. Дина, вылетай. Артем вызвали, да? А вот эти стоны, знаешь? Стон, я не слышала стон. Узнаешь? Блин, Слава, ты чего мне байтишь? Узнаю. Также вот это все, блядь, к этому... Да блин! Наделал бобёр ты. А вот эти, знаешь? Я люблю тебя. Слава, мы купим такую собачку? Слышишь, вообще момент балдёж. Слава, мы купим такую собачку? Давай, запускай, сейчас вообще ржака будет. Стоп, подожди, нет, ты видел собачку белую? Давай это, запускаем, вообще классный клип. Собачка, говорю, красивая. Ты собачку видел? Давай еще раз покажу. Да купим, не надо. Такое именно, да? Все, мы купим. Ребят, а, клепайте. Да. Не. Да, давай все. сейчас я тебе реально завтра привезу, скажу, блядь. Ну я вообще-то буду рада такой маленькой. Блядь, опять какой-то залуп.